Здравствуйте, мои дорогие зрители! Массовый заезд в Новой Зеландии. 150 гонщиков стартуют одновременно и борются за существенные призы. Нас ждут безумные аварии и сумасшедшие обгоны. Наш герой сегодня решил стартовать последним и посмотреть, скольких он сможет обогнать. И в самом начале очень тяжело, гонщики комкуются, но потом постепенно должны вытянуться в линию. Мероприятие называется Red Bull Fox Hunt, и в нем есть твист. Есть нюанс. За несколько метров позади всех гонщиков стартуют трое маунтинбайк-профессионалов. О, кстати, может быть, это они сейчас съезжают с горы, вклиниваются в толпу в другого цвета футболках. Ну, может, конечно, это какая-то местная банда наркоманов, которые надышались горным воздухом и подсели на него. И, в общем, идея в том, что эти трое профессионалов, смогут ли они обогнать всех? Или кто-то из остальных участников, так называемых обычных людей, а вход здесь свободный, надо заплатить лишь 55 новозеландских долларов, примерно 3200 рублей. Кто-то из остальных сможет побороться с профессионалами за главные призы. Сейчас узнаем, очень интересно. Наш герой Бернард Кер из Великобритании. Тоже профессионал из мира маунтинбайка и занимает сейчас 11 место в мире маунтинбайкеров по очкам. Но на это мероприятие в качестве трех профессионалов его не пригласили. И он приехал сам, заплатил за регистрацию и сам встал в конце толпы. Мы видим, что в отличие от Луика Брюни, чей похожий челлендж мы недавно смотрели у меня на канале, Бернард Кер ведет себя очень вежливо и довольно трепетно относится к остальным участникам гонки. Луик Брюнидок там пёр как таран, материл, вопил, врезался в других гонщиков, лишь бы обогнать. Бернард Кер действует значительно аккуратнее. Молодец. Но зато у, скажем так, деликатно напора Луика Брюни уже были бы результаты. Вот этих четверых впереди Луик бы уже обогнал. Да, может быть, оставил бы им пару травм физических и ментальных. Слышите, Бернард Кер предупреждает при обгоне и в целом относится к остальным гонщикам с уважением. Вы такие, так а что такого-то? Как еще относиться-то? А нет, дорогие друзья, мы видели и кардинально другие противоположные методы. Но Бернард понимает, что он так не обгонит, решает срезать. Ох, не предупреждает при резком повороте налево. Другой участник там аж, извините, взвизгнул на адреналине. Извините, на Редбулле, на адреналине здесь говорить нельзя. Мы спускаемся с горы Кардрона. Вот слева безымянное озерцо, а справа некая груда камней. Но в целом это примерно половина достопримечательностей данного спуска. Но в целом вот Новая Зеландия состоит из двух островов. Мы сейчас на Южном острове. Население здесь откровенно немного. И, кстати, на Южном же острове снимали «Властелина колец». Но не в этой части острова, а по другую сторону от горного хребта. По западную сторону. Там более зеленое все, яркая растительность. Для съемок оно покрасивее. Вот смотрите на картинке на западе, то есть слева от горного хребта. Явно видно более увлажненная почва. Высокие вершины создают барьер для воздушных масс. Ну вот картинка слева от хребта, в тех местах, где и снимали «Властелин колец». Мы же едем справа от хребта по более брутальной, экстремальной части. Видно, что когда Бернарду Керу дают разогнаться, он показывает значительно лучшие результаты, чем другие гонщики вокруг него. И он вполне реалистично может обогнать и всех участников здесь, коих на минуточку 150. Очень хорошая стабилизация на камере у него. Видно, как все трясется под руками. Ебади, воскликнул Бернард Кер, предупреждая гонщика впереди. Также впереди мы видим некое подмостное пространство. Хостелы для хоббитов, прославившие Новую Зеландию на весь мир. Ух ты, еще одно эпичное обгонение. Впереди мы видим, что ручеек противников, оппонентов все еще велик и длинен. А дорога узка и суха. Вот малейшее расширение тропинки, и Бернард сразу же им пользуется. Здесь не решается идти в драку. Предупреждает, что будет обгонять справа. А вот Луик Брюни там бы обогнал на повороте. Врезался бы, повалил. Может, упал бы и сам. Но наш герой сегодня гораздо деликатнее и нежнее. У Бернарда Кера задача нелегкая, а времени остается немного, кстати. Эта дистанция не на 40 минут, как мегаваланж. Надо бы ему еще пробовать срезать, как в прошлый раз он это сделал. Сейчас, однако, на серпантине он почему-то
не решается, возможно, слишком крутой рельеф. Мы догоняем, воскликнул Бернард Керша, дескать, начали позади и постепенно нагоняем. Ух ты, какой момент был. Извините за сленг на тоненького. Аж адреналин подскочил у меня, Red Bull, извините, подскочил у меня. И столько пыли, у меня аж начинается фантомное чесание глаз. Ух ты, слева появляется такой же срезер, как наш Кер. Но ему Кер не позволяет пользоваться своим трюком. Видеозапись, кстати, Бернард выложил, к сожалению, исключительно в Full HD 1080p и 30 FPS кадров в секунду. Я нейросетью обработал до 60 кадров в секунду. Смотрите, насколько плавно все движется теперь. И также увеличил разрешение до 1440p. Очень опасная ситуация. Двоих подряд обгоняют. Они аж соприкасаются локтями, толкаются. Фак! Какое сальто! Будь он со скейтбордом, ему бы неплохие очки засчитали. Очень быстро реагирует Бернард. Керв вскакивает, сразу же едет вперед. Чуть-чуть в кадр попал тот, который упал, он уже встал. И вперед быстро погнал. Впереди, внизу, в долине иногда видны постройки. Даже, не знаю, городка Кардрона. Население 770 человек. Меньше одного человека на квадратный километр. Вы такие, как это меньше одного человека на квадратный километр? Их что, режут, что ли? Нет! Это хоббиты, потому что... О-хо-хо! Изначально поселение появилось в 1860-х годах, когда здесь в горах копали золото. Его тут было много. В Кардроне есть отель, в котором есть ресторан. И в этом ресторане, судя по вывеске, есть чеснок и виски. То есть как-то прожить можно. Внутри очень приятно. Стоит 8400 рублей за ночь. Есть завтраки, и что интересно, в завтраках есть некая опция Нига Опшн. В общем, там рады всем. А сейчас, я думаю, Бернард Кер не рад тому, как развивается гонка, потому что он давно никого не обгонял. Пошла срезка. Тоже думает воспользоваться ситуацией. Ой, налево очень крутой поворот. И никого не обгоняет, но срезает дальше. Ох ты, и двоих оставляет за собой. Неплохой трюк, но гонщиков значительно больше. Такими темпами Бернард Кер может и не приехать. Ну, хотя бы в топ-10. Дорогие зрители, вот записал мега-трюки велосипедные. Супер топовый велосипедист едет из столицы Шотландии в свою родную деревню. Там романтика, супер трюки. Любо-дорого посмотреть, как на экскурсию попал. Декорации просто отличные. Мне это видео прям аж в душу запало. Залил на свой канал на Рутубе, дорогие друзья. Ссылка в описании, переходите, смотрите. Надеюсь, вам понравится. Спасибо. Сейчас участники переезжают широкую площадку. Выезд с нее отмечен красным флажком. Пытается срезать Бернард. Двоих срезает, но один срезает его. То есть плюс два, минус один. Ну, в итоге он в плюсе на одного обогнанного. Но этого мало. Может, и не просто так его не пригласили сюда в числе трех профессионалов. Еще срезы. Срезает. Как же там, дорогие друзья, все трясется у него под колесами. С его отличной камерой мы этого просто не видим. Если бы видели, смотреть было бы невозможно. Это вызывало бы одно бешенство. Проезжаем слева какой-то самострой. Ларек с сигаретами и одноразками. Опять у Бернарда Керра трудности с обгоном. Возможно, он уже и отказался от своей идеи. Впереди видим черного. Это, видимо, один из профессионалов. Не только у Бернарда Керра трудности с обгонениями. Слишком крутой угол взял на повороте. Надеюсь, обошлось без травм. Сейчас у Бернарда на горизонте его первая, можно сказать, настоящая цель. Гонщик его уровня. Надо обогнать хотя бы его, дорогие друзья. По идее, это Реми Мортон, австралийский велосипедист, 25 лет. И BMX-ер, и маунтинбайкер. Ездит на BMX с 5 лет. В 2017 году сломал шею и бедро. И проткнул оба легкого. Видео с этого прыжка я выложил в своем телеграм-канале. Ссылка в описании. Это байт на подписку. Там жестко. Переходите, смотрите. Сейчас он едет в хорошем настроении. За 6 лет, видимо, полностью восстановился от травм. И вот смотрите, нюанс с мостом. Реми Мортон проезжает под мостом и еще заворачивает, чтобы проехать по мосту. А Бернард просто срезал вниз и все. И кричит: вы гадом, дескать, мы его обогнали. Но так ты и часть трассы не проехал. Brooke is coming for me now.
Довольно интересное вольное трактование сей трассы помогает Бернарду Керру довольно эффективно опережать остальных. Но впереди гонщиков еще много. Предупреждает одного из них, что будет обгонять справа. Два раза предупредил. Тот ему не дает. Но довольно быстро появилась срезка, обгоняет и так. И, кстати, дорогие друзья, насчет призов я так и не сказал. А ведь вопрос сейчас стоит остро со всеми этими срезками и пропусками целых сегментов трассы. 150 участников и призы за первые три места. За первое велосипед Track / 7 Track Bike за 5700 долларов США. Вот справа сейчас оцените, как у них трясется все. Во время поездки по такому бездорожью это еще более-менее гладкий спуск. За второе место, о, нифига себе, беспроводная колонка Sony Portable. И подарочный ваучер на AJ Hackett Kawarau Bungee, то есть прыжок с веревкой Bungee Jump. Там, в Новой Зеландии. И на третьем месте беспроводные наушники Sony, шумоподавляющие. И еще один ваучер на AJ Hackett Kawarau Bungee прыжок. Призы нехилые, дорогие друзья. И при этом у Бернарда Керра началась по результатам какая-то засуха. Несколько попыток срезок. Ни одного обгона. Решает вернуться на тропинку. Предупреждая, что справа обгоняет и обгоняет. Ему уступают дорогу. Но это один. Один это мало. Но вот дорожка значительно расширяется. Теперь он сможет справа обгонять комфортнее, быстрее. И начинает это делать. Смотрите, какое ускорение. Кажется, будто он едет на каком-то двигателе. Но е-байки, электрические байки здесь запрещены. Но правда, и гонщики впереди-то ногами не крутят. Видимо, идет крутейший спуск с горы. А наш Бернард при этом подкручивает потихонечку. О, попадает задним колесом в колею. Совершенно рандомно. Опасная трасса так-то, дорогие друзья. Можно либо самому так попасть, либо врезаться в попавшего. Справа суперсрезчик. Обгоняет целую толпу. Он в мешковатых штанах. Он в забавной шляпе. И плюс к тому, он просто крутой. Следующая цель Бернарда Керра – обгон крутого. Ой, он ногами притормаживается и переходит в кювет. Я думаю, из-за облака пыли он не увидел резкости поворота. Поэтому пришлось экстренно придерживаться ногой. И страшное дело, так ведь можно связки там потянуть, серьезно, порвать может даже. Так, дорогие зрители, впереди я вижу троих. Хотя перед первым как будто облако пыли еще есть. Значит, кто-то там впереди еще его поднимает. Ее. Ну, пыль. Но, с другой стороны, детективные инсинуации здесь не 100% верны, так как качество видео оставляет желать лучшего. И я желаю этого лучшего всем вам. А также здоровья, добра. Но к этому мы вернемся в конце видео. Кстати, в Кардроне есть еще достопримечательность. Бюстгальтеровый забор. По-английски «бра фэнс». Ну, фэнс это забор, а бра это, соответственно, бра. Там же стоит ящик для пожертвований в фонд рака молочной железы. Женщины оставляют здесь свои бюстгальтеры в знак единства. Место интересное. Ну вот там далеко зеленое поле, где примерно там оно и находится. Тем временем, кстати, мои дедукционные способности оказались корректными. Перед этой тройкой впереди был еще один, кто поднимал пыль. Наш красный отряд догнал его. Ох ты, Бернард Керр увеличивает скорость, предупреждая, что слева будет обгонять уже минус 2. Опасно, правда. Усиленнейшим образом педалирует вопрос. Но не пропедалировал он его, Бернард Керр обгоняет. Мощнейший прыжок. Еще одно легчайшее опережение от Бернарда. Ну, по крайней мере, оно выглядит легчайшим, потому что перед нами профессионал высокого уровня. Маунтинбайкер. И что-то впереди никого не видно. Не видно и пыли. Хотя в этой мешанине квадратов и пикселей как будто пыль я вижу. Как будто. Но может быть это лишь пикселя. Нет, это пыль. Она была и поблизости. Да! Пыль поднята в воздух. Кто-то ее поднял. Есть еще за кем гнаться. Подъезжаем к асфальту. Впереди пока никого не вижу. Подслеповато щурясь, я все-таки одного кого-то вижу, да! Вот он красный, повернул направо!
It was unreal, говорит Бернард Кер перед финишем. Обогнал он не всех. И, дорогие зрители, Бернард Кер занял 12 место. Ну, кстати, он обогнал всех профессионалов, кто участвовал здесь. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напоминаю про байт на подписку в Телеграм. Там я выложил видео падения, когда Реми Мортон сломал себе шею, бедро и проткнул легкие. Ну, а так здоровья вам, дорогие зрители. Добра, любви и процветания. Спасибо за внимание. До свидания.